нет. А, ему все равно, вот такие балансы он демонстрирует. Ваши аплодисменты, да. Ну давай что-нибудь поинтереснее покажи нам. Вот такой перескок сразу на бак, сразу на сиденье. Комбо. Комбо Вилли. Фламинго. Самое любимое он у пацанов фламинго. Да, есть вариант придумать на самом деле. Ну вот оно, вот смотри, фаталити едет. Давай, сальто! О, какой молодец, а! Ай, молодец, а, Джейсон! Вот Саня Зак демонстрирует крит. В принципе, трюк как бы очень зрелищный, очень хорошо воспринимается зрителями, но на самом деле не очень сложно. Но тем не менее, упасть можно и поцарапаться зрелищно. Вот так вот, 50-50 по кругу. Чуть-чуть не получилось, но тем не менее. Вот так вот, да, очень агрессивно поднимает Роман мотоцикл на заднее колесо. И сразу же подлавливает его задним тормозом, который специально выведен на руль. Когда ноги болтаются в воздухе или стоят на сиденье, работаем мы другим тормозом, который специально выводится на руль. И вот если обратить внимание, то на левой руке верхний рычаг – это рычаг сцепления, а нижний – это рычаг заднего тормоза. И он как раз как пианист работает двумя пальцами – сцепление и тормоз. Одновременно. Вот сейчас Саня Зак тоже демонстрирует круги с этим тормозом задним, который выведет на руль. А Саня, как всегда, отжигает свое колесо. Я ему сказал, что у меня есть еще три колеса, и он старается жжет. И тут присоединяется Роман, тоже жжет. И вместе они жгут, под ваши аплодисменты, они вместе жгут. Итак, какие дальше будут трюки? Вот так вот присел Роман. Давление в заднем колесе у него примерно где-то 0,8 атмосферы. Не больше, я думаю. Прямо я вижу отсюда, как заламывается резина за диск. Да, у Сани две атмосферы, и ему едется хорошо. Вот такая вот, что он дальше будет делать? Давай в другую сторону. Так, в свою сторону, влево. И в другую сторону. В другую сторону. Это есть некая универсальность райда, очень круто, когда он едет в круги в одну сторону и потом может поехать в круги еще и в другую сторону. Как правило, люди ездят в круги только в одну сторону. Но самые крутые ездят в обе стороны. Итак, он продемонстрировал сначала круги вправо, сейчас круги влево. Но левая — это его сторона, поэтому он вылавливает мотоцикл из любого положения. Ох, у каждого мотоцикла на задней звездочке. То есть, если вы хотите себе сделать мотоцикл для стандартика, надо обязательно поставить большую звезду. Может быть, сделать там какой-то удобный сидеть. Роман демонстрирует комбо, всяческие переходы, рай-клюи, переходы на сиденье, фламинго. Вот такой вот перескок во время подъема на заднее колесо на бак.